Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, что же принесет вам суббота. А суббота, мои хорошие, принесет вам какую-то неопределенность. Неопределенность, что-то закрыто, какая-то информация, которую вы ждете. Вот, и получите, скорее всего, вы ее не в субботу. Вот. Зато в субботу будут какие-то радостные вести от мужчины. Мужчина светленький, рыжие или белокурые волосы, светло-карие или серые глаза. Такой активный, целеустремленный, жизнерадостный. Может быть темный или черный, но обязательно волосы должны быть с каким-то красноватым или рыжеватым отливом. Вот от него какой-то результат, которого вы тоже ждали, да? Возможно, вы ждали этот результат раньше, что этот мужчина раньше проявится. Но здесь я вижу как раз, что проявится мужчина. Денежки я вижу какие-то вам придут. Да, оплата, может быть, зарплата, аванс, оплата за работу, за вашу. А вот. Да, денежки, кстати, неплохие. Может быть, вполне зарплата. А вот. Работа тут в удовольствии или дела какие-то будете прям в удовольствии делать. В общем, тут очень-очень такая приятная ситуация. Ближе к вечеру еще какой-то мужчина будет проявлять инициативу. Другой мужчина шатен с голубыми или зелеными глазами, обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый. Ваш мужчина или мужчина, с которым были ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, вполне возможно, что неожиданно проявится. Да, даже если у вас был развод. И тоже вполне возможно, что вы ждали появления этого мужчины, возможно, даже не один день. Вот, он проявится, будете выяснять отношения, но как-то проявится на расстоянии, или переписка будет, или разговор по телефону. А вот. Решится вопрос с какой-то поездкой или с переездом ближе к вечеру. Да, тут вас ждет успех с поездкой или переездом, или какими-то переменами. Ну, то есть с документами еще, может быть, с документами, с недвижимостью, договорами, сделками, контрактами. А вот. Ну, все, почему-то вечером вы начнете переживать, наверное, из-за того, что так много мужчин, в общем-то, и вот вы ждали их появления, наконец-то они появились, должны были появиться раньше, вот, но потом, в общем-то, вы успокоитесь и будете отдыхать, будете спать. Хотите знать, что будет дальше, записывайтесь на консультацию, пишите на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. Ну, а теперь карта совета. О, Дева-бабочка, трансформация. Радикальные изменения, которые с вами сейчас происходят, то есть начнутся в субботу, принесут вам великие благословения. На этом желаю вам всего самого-самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. Всего вам наилучшего. Пока-пока. До новых встреч в новых видео.